Капитан всех зовет на ланч. Ланч готов. Бенджи, ты на ланч готов? Всем доброго времени суток. С вами канал Семейные Вкусняшки. И сегодня оставайтесь с нами. Мы будем вместе готовить запеченную картошку на гриле. На свежем воздухе. Активный отдых. Мы находимся на озере Шаста, штат Калифорния. Отдыхаем, все двигаются, активно купаются, кушают очень много, хорошие всех аппетиты, поэтому мы готовим много для своих детей, для себя, для своей семьи. Оставайтесь с нами, будем вместе готовить. Так, для сегодняшнего блюда нам необходима картошка. Будем запекать картошку на гриле. Перемыли картошку. Остается она в кожуре. Берем обычную соль и натираем ее. Натираем солью. Такая картошечка. Мы продолжаем готовить на свежем воздухе. Аппетит у всех отменный. Все кушают хорошо, дыхают хорошо, двигаются и кушают. Поэтому готовить приходится много. Чтобы на всех хватало. А то знаете, как в том анекдоте. Еврейская семья села на обед. Мама нарезала всем по одному кусочку торта. А маленький Абрамчик сидит. Мама, я хочу два кусочка. А ты мне дала только один кусочек. Мама ему. Абрамчик, возьми ножик. Разрежь свой кусочек на две части и не делай маме мозги. Мы стараемся готовить, чтобы всем хватало. Чтобы у нас не было так, одну картошину на двоих. Если кто хочет две картошины, значит нужно резать на двоих. Натираем ее. Так, теперь мы берем перетертую картошку и режем ее пополам. Все, мы ее перерезали. И картошка готова для гриля. Готовим гриль. Так, гриль готова. Выкладываем нашу картошку срезом вниз. Все, теперь наша картошка запекается, закрываем ее. А сами идем активно отдыхать. We'll be right back.
Теперь нам нужно приготовить масляно-чесночную смесь. Для этого берем сливочное топленое масло, черный перец, соль, немножко зелени, лучок зеленый, петрушка, немножко чесночка и укроп у нас есть сухой. Если у вас есть зелененький, можно использовать зеленый. И приготовляем смесь. Чесночок мы раздавливаем. Добавляем топленое масло. То же самое с зеленью. Режем и отправляем его в масло. Теперь перемешиваем. Теперь мы достали нашу картошечку. Берем нож и надрезаем ее в серединке. Тогда она у нас пропечется до самого конца. И наша масляно-чесночная смесь пропитается до самого низа. Теперь берем нашу смесь и поливаем ей. И по вкусу можно взять нарезанный сыр и добавить сыра наверх. Это кто любит. Ставим медленный огонь, не очень сильный. Уже вкусненько пахнет. И закрываем. Идем купаться. Красная кнопка наша. Да, да. Все. Мама готова. А кепка, если улетит? Улетит. Кристина, over here. Мама, сейчас будем ехать 70 miles per hour. Папа, я вылазь. No. Я вылазь. Вот такая картошечка у нас получилась. Сочная. С чесночком, с маслом. С сыром. Она уже почти готова у нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, пальцы вниз, комментарии. Будьте с нами, будем готовить вместе. И всем пока-пока.